26 декабря, пятница. Хочется прям с вами Гоголя можно сказать, что сегодня полный штиль. Практически. Так, волны особо не видать. Иногда наши зрители задают вопросы о непростых взаимоотношениях серфера и акулы. Я хочу сказать, что, конечно, каждый бы рад полакомиться вкусным серфером, но тут у нас водоросли. Вот если вы посмотрите внимательно, вот будет видно, что водоросли в воде. И акулы не любят водоросли. Таким образом, серфер защищен вот именно этим. Ой-ой-ой. Ветрено сегодня. Да, пошла волна, смотри-ка. Тут, когда ходишь вдоль берега, то каждые метров там 100, поворот, разворот, меняется ситуация. Вот то вдруг штиль-штиль, то вдруг вот волны какие-то пошли, смотри, как они ветром, вот видно, как там идет. Под ним струя синей лазури. Над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой.